И скоро эти камни полетят в вас, дети мои, кромену слава де прайде. И вы услышите своим слухом и будут говорить мир и безопасность, дружба между народами, кромену слава де прайде. Но в то время будут приниматься законы, кроме ту прайде, которые будут противоречить истине моей, говорит Господь. Ромену склеба де прайде. И те, кто некогда были вам друзьями, поднимут эти камни на вас, кроменту слава де прайде. И как нужно быть припоясанными, кроме флайде, как нужно твердо стоять в истине, говорит Господь. Потому что пойдет этот дух обольститель по моему народу, и многие усомнятся в истине слова моего, и многие будут превратно понимать мое слово, говорит Господь. Роман Фрайде, как важно, Крамен Фрайде, иметь связь с небом, Кроменту Фрайде, чтобы руководствоваться Духом Святым, Кромену Слава де Фрайде, который будет наставлять и подсказывать, говорит Господь, Кроменту Слави де Фрайде. Из некоторых вас восстанут те, Кроменту Фрайде, которые будут попирать истину, Ромен Фрайде. И как важно понимать, что ты стоишь в истине, говорит Господь, Кромену Слава де Фрайде. И по всей земле будет притесняем мой народ, Кроменту Слава де Фрайде. А я хочу Кромену Фрайде укрепить, хочу наставить, говорит Господь. Хочу, чтобы были припоясаны к Роману Флайде и готовы к этому времени, говорит Господь. Потому Духом Святым по всем церквям к Ромену Флайде буду наставлять свой народ, Роману Флайде. И кто будет держать свое ухо открытым, тот будет слышать голос Духа Святого, когда буду руководить своим народом к Роману Флайде. И буду руководить и проведу, говорит Господь. Проведу Кромену Слава де Фрайде. Но как важно, дети мои, Кроменту Фрайде, быть в этом единстве. Как важно быть в постоянстве в молитве, чтобы различать голос мой от голосов других, говорит Господь. Раверу Штеба де Фрайде. И тот, кто слышит мой голос, тот будет разуметь эту истину. И будут разуметь мои наставления. И я буду проводить, говорит Господь. И на этом пути Кроменту Фрайде буду открывать источники воды живой, чтобы мой народ питался и не ослабел в пути к Кроменту Фрайде. И чем больше будет притеснение к Кроменту Фрайде, тем больше будет источников на вашем пути, говорит Господь, Равину Фрайде. Но только не ленитесь, наклоняйтесь и черпайте воду с этих источников, потому что это жизнь для вашего духа, говорит Господь, Равину Фрайде. И кто будет эту пить воду, Кроменту Фрайде, тот будет ценить жить вечную, Кромену Слава де Фрайде, говорит Господь, Рабаду Фрайде, и не будет держаться за жизнь земную, потому что будет знать, что ожидает его впереди, говорит Господь, Роменту Слава де Фрайде, а эта вода живая, Кромену Слава де Фрайде, будет открыта для многих, Роменту Фрайде, и кто сейчас ходит к этому источнику, он знает вкус этой воды, Кроменту Фрайде, потому что это живительная вода, которая дает жизнь, говорит Господь, и жизнь с избытком, Кроменту Фрайде, которая укрепляет дух, Армаду Слава де Фрайде, потому что все, что происходит, Кроменту Слава де Фрайде, будет направлено на то, чтобы славить ваш дух, говорит Господь, но только моя вода живая, она будет подкреплять этот дух, говорит Господь, и тот, кто Кроменту Фрайде будет пить эту воду, устоит Кроменту Фрайде и получит венец жизни вечной. Аминь.